Здравствуйте, друзья, хотел вам показать парковку. И тут такие вот, видите, такой узор из металла. Засыпано камушками, мелкой такой галечкой. Света утверждает, что это резина. Резина? Ну, пусть будет резина. Вот. Я рукой не трогал, но на самом деле могу и потрогать, если так вопрос. Знаете что, друзья, это не металл и не резина, это пластик. Можно сказать, что это такой пластик, что разновидность резины. Но, в общем-то, это... Да, но он не дает этим маленьким камушкам рассыпать. Да, да, на самом деле он, Светик, для сцепления же хорошо, он с грунтом. Да, и очень симпатично смотрится. То есть тут не проскользнешь, и лужи не возникнет. Да, это очень и так далее. Да, и смотрится нормально. Хорошо. Вот я чего не может на бэкьярде так сделать, смотри, как интересно. Но у нас на бэкьярде же не паркинг. Нет, А что мы делаем на этом паркинге, можете вы спросить. А мы идем к шаттлу. Тут сейчас должен подойти шаттл. И шаттл доставит нас на фестиваль бегоний. Просто мы там не можем запарковаться, во-первых, в воскресенье. Там плохо с паркингом и в обычный день тоже. Но тут еще и вот этот фестиваль. И он бывает раз в году, да, на Labor Day. А вот и шаттл наш, да. Видите, как хорошо? Да. Мы сейчас на нем поедем. Да. Шаттл вообще бесплатный, но вы видите, вот там такая коробочка стоит. Поскольку признательность трудящихся не знает границ в пределах пары баксов. Вот. Люди едут с едой, с зонтиками, там на пляже хотят посидеть. А мы просто фестиваль бегонии посмотрим. Капитола, друзья, красивый, маленький, кукольный, почти картонный городок. Находится он на берегу океана, и мы, на самом деле, снимали здесь неоднократно. И даже этот бегоневый фестиваль мы тоже так мимоходом пару раз цепляли. Ну, что, Свет, здесь пойдем или вдоль бережка? Они в бегониях. Ну, идем, пойдем здесь. Тут сколько-то кварталов, такие вот, даже не знаю, как сказать, как будто из истории про пап Карла, там, Буратино. Все такое маленькое, миниатюрненькое. Сувенирчики, пляжный народ. Так. Ну, и я бы сказал, что в будние дни здесь намного симпатичнее, потому что людей мало. Вот. А уже, конечно, если выходной, да еще и фестиваль, там, на следующей неделе, суббота, воскресенье, пойдем здесь, Свет, будет другой фестиваль, называется Wine and Art Festival. Да. Здесь очень много таких забегаловочек, где писем фарт продается. Ну, художественные всякие, да. Здесь вообще много людей таких, искусства проживают. И проживают, и продают свою продукцию, реализуют. Конечно. Так. А мы идем к фестивалю. Фестиваль происходит вдоль ручья. Ну, это такой ручей типа речки. Такой небольшой. Значит, называется Сокол. И вот этот ручей, Сокол Крик, впадает в океан в этом месте. И по нему будут сплавляться... Который час, Свет? Нет часов. Ну, в час дня сегодня, в воскресенье, в час дня. Я думаю, у нас есть еще время. Будут сплавляться такие плоты, оформленные этими бегониями. А до этого пару дней эти плоты оформляют. Соответственно, люди ходят, смотрят, как вплетают цветочки. Вот. Вот. Светик, ты подойди ближе к микрофону. И каждый желающий может абсолютно бесплатно себя украсть этими бегониями. Да. Этот фестиваль проводится здесь сегодня 63-й раз, друзья. Вот представляете себе, с 52-го, там, 53-го года. А это все для съема. Это все рентовочное жилье. И вот тут пляж. Вот там дальше. Ну, мы покажем еще водичку. И вот мы тут идем. И сейчас придем к нужному месту. Тут недалеко осталось. Если у вас есть настроение выпить кофейку
Это вот то самое место, где можно выпить кофейку или просто на пляже посидеть. Часть этого фестиваля бегонии происходит на пляже. У них там есть соревнования по метанию подковы. Там еще что-то есть, я не помню. Там много всего. Мы-то на самом деле только вот интересуемся прохождением плотов с бегониями. Вот такая обстановка. Я просто специально вам показываю вот отсюда. Здесь очень сложно просто так запарковаться, знаете. Даже в обычный день непросто. Так. Да. Здесь есть дегустационные разных виноделин. Очень-очень много всевозможных кофешопчиков таких. Так, перекрыли улицу, я понял. Что, Свет? Покрашено? Ну да, да, конечно. Конечно. Так. Вот моя полиция меня бережет. Тут. Да, вот такая колясочка, пожалуйста, деток возим. Да я шучу, Светик, я шучу, но... Так. Вот это мост, друзья, перед вами. Через тот самый ручей, который называется Sockwell Creek. И с этого моста, конечно, лучше всего смотреть, как будут проходить плоты. Так, ну-ка давайте пройдем туда. Да, а вот, пожалуйста, винодельня дегустационная. Так. А вот стоят ящики с лепестками бегоний. И вот вы можете себя украсить. Вот ведь как девочки, в принципе, там прикрепляют куда могут. Тут же, друзья, мы видим небольшой такой коммерческий лоток. Такой как бы гараж сейл, как бы фронт-ярд сейл. Книги, шмотки. Ну, у кого чего, посудка. Такое ощущение, что это целый коллектив тут собирался. Все стоит копейки, смешные какие-то там. Мост, друзья, а вот домик какой, господи. Этот мост, друзья, был когда-то реально действующим железнодорожным мостом. Вот там люди как-то забрались на него наблюдать. Но вообще-то это все, я боюсь, небезопасно. Ну там еще очень красиво. Тут тоже люди работают творчески над каким-то вот сооружением. Красиво, правда? Меня только музыка смущает, как бы мне там за это дело что-нибудь не влепили на YouTube. Вот, собственно, друзья, и весь этот ручей, он же речка, ну, такой не очень широкий, но для людей, которые хотят на лодочке покататься, более чем уместно. И вот тот берег, он повыше. Там тоже, на самом деле, если с той стороны забраться, тоже очень интересно. Вплоть до совершенно очаровательного, можно сказать, прикольнейшего из ресторанов Капитола. Он так на холме, в несколько уровней. И мы, кстати, там тоже когда-то снимали давно, я понимаю, что большинство наших зрителей в то время еще не смотрели наш канал. Но...
Да. Здесь очень-очень-очень прикольно отдыхается. А вот на том берегу, видите, там тоже жизнь есть. Вот там. Еще как есть жизнь. Оттуда очень интересно смотреть на этот берег, кстати. Такая колоритная женщина, вот, мне кажется. Я вот так, я сюда,